Сайт уже в новой версии, рекорд мы выпустили к этому году. К следующему году мы уже задумали ряд улучшений, у нас есть ряд рекомендаций как со стороны производства, так и со стороны пользователей. Ну, в первую очередь, конечно, бросается такая шикарная, достаточно дорого выглядящая ткань под натуральную замшу, таким приятным матовым блеском. Ткань действительно тяжелая, похожая на натуральную и достаточно дорогая. Изделие самое теплое, как я уже сказала, с пакетом рассчитанным на минус 30. Более того, в версии 2 мы еще и дополнительно утеплили боковые карманы, которые так любят мужчины, нагрудные карманы. Там теперь стоит дополнительный небольшой выходной пакет для утепления. Что еще? Мы ввели застежку на магнитах, которая нам вот так понравилась для использования в городе. Очень так они задорно щелкают и всем нравится. Убрали, как мы считаем, портящий внешний вид накладной карман с рукава и оставили один такой лаконичный карман на рукаве на полу под правую руку. Ткань специфическая, поэтому обратите внимание на выкрасы, да, вот, на молодом человеке это коричневый цвет, и вот здесь на манекене коричневый цвет. Ну, добавлю, что весь необходимый функционал, так как это все-таки Аляска, это самая теплая Аляска в серии. Это ветрозащитная юбка, которую продемонстрировал молодой человек, это утяжка по спинке, чтобы уже ничто не задуло внутрь. И это так необходимые объемные и теплые карманы. Можно правым рукавом повернуться участникам? Вот обратите внимание, тоже вариант нашей эмблемы, да, буква «Б». Будет использоваться во многих изделиях коллекции «Пассас». Да, к сожалению, я хочу добавить, что в прошлом году мы не успели заявить в наших экспериментальных моделях о стилистике навески, какова она будет. То есть у нас были примерные прототипы, но вот окончательных вариантов еще не было. Сейчас на изделиях вы уже увидите, на многих изделиях увидите уже то, к чему мы пришли. Это лаконичный современный дизайн в черно-серо-стальном варианте. Кожа с металлом, либо это световозвращающие металлизированные накатки. Это современные ленты с современными вариантами принта. Пуллеры, кнопки. Магниты усиленные, специально долго искали, чтобы они подходили под верхнюю одежду, чтобы закрывали очень сильно. Спасибо.